Компания Norsway представляет вашему вниманию зимний костюм «Командор». Наш выставочный зал, чтобы более детально рассказать про наш костюм «Командор». Собственно говоря, костюм создан специально для суровых климатических условий. Ткань используется алова, мембранная 5000 на 5000. Ткань абсолютно не шуршащая, водонепроницаемая, ну и также она паропроводимая. Утеплитель используется термофайбер плотностью 220 грамм на метр квадратный. На костюме «Командор» имеется капюшон, очень анатомичный, с козырьком, имеются фронтальные регулировки и липучка для регулировки по объему. Также с помощью этой липучки можно фиксировать на спине капюшон для того, чтобы он не болтался. На плечах имеются противоскользящие накладки для более удобного ношения оружия. Капюшон нам уже не нужен. Внешние карманы. Имеются карманы для обогрева рук. То есть, как видите, они выполнены из PLR-флиса, оба. Карманы для ношения духовых манков, либо для другой какой-либо мелочи. Имеется нарукавный карман, тоже для ношения какой-либо мелочевки. Имеются карманы нижнего яруса, так называемые. Ну и там же объемные карманы для ношения всякой мелочевки. Под клапаном имеется также теплый карман, также из PLR-флиса, а можно носить, допустим, тот же самый телефон. Следует заметить, заклепки, молнии, фиксаторы и крепления под карабин сделаны из высокотехнологичного материала POM, который специально разработан в качестве заменителя металлов и сплавов. На костюме «Командор» имеются утяжки в районе талии. Внутренняя часть куртки отделана PLR-флисом, также здесь имеется PLR-флисовый карман. Капюшон тоже у нас отделан PLR-флисом. Жилет пуховый. Действительно, наполнитель у него пух 90%, остальные 10% перо. У жилета имеются также карманы. Что примечательно, карманы, они сделаны под слоем пуха. То есть, когда вы будете носить автономно жилетку без куртки, в принципе, руки у вас также не замерзнут. А если замерзнут, вы можете их свободно обогреть. Имеется внутренний карман. Жилет можно носить как автономно, так можно его и пристегнуть к самой куртке непосредственно. Собственно, примерно вот так вот все это и выглядит. Полукомбинезон. Он также имеет карманы. Допустим, этот. Можно его использовать для ношения телефона. Также карманы для обогрева рук. Подготовлены из PLR-флиса. Довольно-таки теплые. Объемные карманы для ношения, опять же, всякой мелочи. Санитарный клапан, который поможет вам справить нужду в любых суровых климатических условиях. Также имеется отдельно карман для ношения фонарика. То есть вот он у нас довольно-таки глубокий. На штанах имеются манжеты, которые защищают от снега, от ветра. Регулировки по ширине обуви, то есть, в принципе, можно будет одеть абсолютно разную обувь и идти смело охотиться. Покупайте костюмы фирмы Norsway. Не бойтесь носить качественные вещи.